Привет, это Макар. Привет, это Юля. А сегодня мы поговорим о ком, Макар? О лесе. А где у нас? Есть у нас тут леса? Есть. Это леса какая? Рыжая. Леса рыжая, обыкновенная. Живет где? В лесу. В каком лесу? В какой стране? В России. Например, а еще какие лисы бывают? Черный. Чернобурки. Угу. Да. А еще бывают? Белые. Полярные лисы. Они где живут? На... Где и белые медведи? На севере. Правильно, на севере. Они белые почему? Потому что прячутся... В снегу. Чтобы их не нашли. А еще какие бывают лисы? В степях живут лисы? Да. И в пустынях. А как они выглядят? Такие у них большие. Головы. Уши. У них большие уши, феник. Знаешь, такие лисички? С огромными ушами. А почему ты любишь лис? Потому что они легко прячутся и очень хитрые. А откуда ты знаешь, что они хитрые? Потому что в мультиках и в кино видели. И еще есть басня. Знаешь такую басню про ворону и лисицу? Да. А ты знаешь? Ворона каркнула, но когда лисица сказала, что она царь птица. И сын вылетал, и с ней плутовка была такова все. Макар, что ты делаешь? Ты примеряешь, как у кого лапа больше? Mm-hmm.